Ну а следующий сюжет о семье, из которой в спецоперации на Украине участвуют сразу 4 человека. Алиметовы живут в селе Билиджи. В рамках рабочей поездки их посетил министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов. Все детали в следующем материале. Алимет и Тели воспитали 5 детей. Из них 4 с первых дней участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Ежедневно проявляя героизм и мужество, ребят отметили множеством наград, среди которых и медали за заслуги в борьбе с международным терроризмом. Все старшие братья, трое, они все офицеры. Они, получается, самый старший брат, он бывает временами проведывает меня там, приезжает, гостиницы привозит, там что-то. После перенесенного инсульта отец семейства стал инвалидом первой группы. Алимет Алиметов окружен заботой и вниманием родственников. Однако проблемы, как и у большинства семей, все же есть. Например, дефицит гигиенических средств по уходу за лежачим больным. Об этом семья сообщила социальному работнику Минтруда Дагестана в районе. Обеспечить лично всем необходимым семью в село отправился руководитель профильного ведомства. По поручению Сергея Алимовича мы оказываем внимание, помощь семьям военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции на территории Украины. И вот сегодня семья Алиметовых, которой мы оказали помощь при участии комплексного центра социального обслуживания города Дербент, Дербентского района. Они были очень удивлены, приятно удивлены тем, что мы пришли. Я думаю, мы пока сыновья там находятся, и в последующем будем оказывать помощь. Абдурахман Махмудов побеседовал также с Тали Алиметовой, женой хозяина дома. Поинтересовался историей семьи и передал все необходимое. Министр отметил, заботиться о семьях участников специальной военной операции – приоритетная задача ведомства. Понимаю все, как все это самое. И сейчас тоже переживания, конечно, есть, но я надеюсь на Аллах. А тем временем в ожидании 4 сыновей мама с отцом сейчас воспитывают и уделяют все внимание 11 внукам. Ума Ибрагимова, Вадим Шамхалов и Мурат Газиамаров. Время новостей. Дербентский район.